Всем привет, с вами Малыш. Это у нас игра Elite Dangerous. И хотел бы объяснить по поводу боевых миссий. Нашел гайдик по этому делу. И в чем оно заключается, смотрим. Как видите, у нас есть боевые миссии. Убить пиратов. Две штуки, 7 штук, 6 штук, 7 штук. Набираем эти миссии смело. Я нашел местечко хорошее, то что у меня находится две рядом системы. Это Целинера. И еще одна сейчас. И Бунусон. Как-то так вроде бы. Вот. Соответственно, я набираю вот эти вот на миссии. И в чем заключается плюс этих миссий? Если вы убиваете одного пирата, то один пират засчитывается сразу на все миссии, где надо убить пиратов. Это очень выгодно, потому что вы одним пиратом закрываете сразу несколько миссий. Соответственно, потом приезжаете, прилетаете на станцию и сдаете все эти миссии. Также у вас получается во время миссии получаете деньги, потом которые слетаете и спокойно заберете. Как сделать так, чтобы миссии постоянно, ну не постоянно, но в большинстве случаев появлялись новые. Переходим из режима. Из режима соло переходим в открытую игру. Ну и, соответственно, уже обратно потом. Сейчас посмотрим, дадут что-нибудь, нет? Также выполняйте вот эти вот на миссии, соответственно, трудные времена. Немножко денежек отдадите, и все будет нормально. Так, миссий нет боевых. Переходим опять из... Вот у нас текущий режим игры, открытая игра. Переходим в соло. Как видите, появилась еще одна миссия на 3 пиратов. Соответственно, я ее беру, потому что плюс еще будет. Отлично. Ну и вот таким вот способом можно будет это дело заработать. Ну давайте еще разочек попробуем. В открытую игру и обратно в соло посмотрим. Ну, есть трудные времена, отлично, хотя бы это. Thank you.
Так, ну опять отдать денежку. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну что же, подведем итог. Миссий я набрал хорошее количество. В основном это все на пиратов. И это две системы. Они две системы рядом, я сейчас покажу на карте. Вот первая. Я нахожусь сейчас вот здесь. Вот на вот первая у нас получается система, где миссии. И вот вторая. Соответственно, сюда, потом сюда, и все выполнил. Везде все выполнил, и потом улетел, все сдал. Ну, как бы все рядышком, все отлично. Так что пользуйтесь на здоровье. С вами был Малыш. Всем спасибо. Всем пока.